Природоохранное волонтерство набирает обороты, в том числе на особо охраняемых территориях в Ненецком автономном округе. Волонтеры не только помогают сотрудникам в реализации экологических проектов, но и сами получают возможность побывать в самых отдаленных и скрытых от посторонних глаз уголках превозданной природы Крайнего Севера. Илья Сахаров продолжит. В течение недели с 5 по 11 июля на посту охраны в районе реки Ичей на территории Ненецкого государственного природного заповедника работал волонтерский лагерь. Среди волонтеров трое жителей округа, неравнодушных к его природе и сохранению хрупкой северной экосистемы. К работе на природоохранной территории призвали волонтеров в социальных сетях сотрудники отдела экологического просвещения и туризма заповедника Ненецкий. Методист отдела Наталья Хабарова, куратор экологического лагеря, по прибытии на место рассказала его участникам о задачах, стоящих перед волонтерами. Одна из них – это строительство экологической тропы на полуострове Костяной Нос, где располагается основной кордон заповедника Ненецкий. А вторая здесь, на реке Ичей, где находится тоже пост охраны. Новый стационарный пост охраны на реке Ичей оснащен всем необходимым для жизни и работы сотрудников заповедника и проведения научных исследований в полевых условиях. Волонтеры в рамках работы экологического лагеря убрали мусор, принесенный на территорию острова водой, демонтировали старые объекты инфраструктуры, построили мостовую к месту причала водного моторного транспорта. К тому моменту, как мы сюда приехали, здесь была непроходимая дорога, болотистая местность, и после демонтажа здания старого остались очень хорошие доски, мы не дали им пропасть, поэтому решили соорудить такой суперпрочный настил. И теперь можно пройти по нему с любой тяжести груза. Кроме выполнения вполне конкретного объема физической работы, участники лагеря смогли понаблюдать за многочисленными обитателями заповедника, почувствовать единение человека с природой. Волонтерская программа подразумевает еще и экологическое просвещение, поэтому нам предстоит познакомиться с окружающей местностью, посмотреть флору и фауну заповедника Ненецкий. Можно посмотреть в окошко, пробегает зайчик, можно выйти на крыльцо, пролетают лебеди. То есть в городе такого не встретишь. Это на самом деле очень так вдохновляет и воодушевляет. Понимаешь, что есть что сохранять, есть что оберегать. Заканчивался каждый день в волонтерском лагере приятным отдыхом в дружеской компании единомышленников в новом уютном домике на стационарном посту на реке Ичей, который является одним из кордонов природоохранной территории, где реализуются основные задачи, стоящие перед сотрудниками заповедника. Что касается волонтерских программ, то они будут проходить здесь в полевой сезон с июля по сентябрь ежегодно. Илья Сахаров, Надежда Спивак, телеканал «Север».